Здравствуйте, ребята! Урок русского языка, раздел «Время». Тема урока – однозначные и многозначные слова. На уроке вы узнаете о прямом и переносном значении слов. Вы сможете употреблять слова в переносном значении. Закончите выражение. Слова бывают. Однозначные слова имеют. Многозначные слова имеют. Лексическое значение слова можно узнать. Проверьте. Слова бывают однозначные и многозначные. Однозначные слова имеют одно лексическое значение. Многозначные слова имеют два и более лексических значений. Лексическое значение слова можно узнать в толковом словаре. Прочитайте словосочетание. Бегут ручьи, бегут минуты. Золотой кулон, золотой голос. Лес рук, сосновый лес. Назови словосочетания, в которых выделенные слова употреблены в прямом значении. Проверьте себя. Бегут ручьи, золотой кулон, сосновый лес. Запомни, лексическое значение слова может быть прямым или переносным. Основное значение многозначного слова всегда прямое. Например, золотые украшения – это украшения из золота, а золотые руки – это умелые руки. Подумай, какое значение слова «молния» появилось раньше и почему? Молния – мгновенный искровой разряд электричества в воздухе, и молния – вид застежки. Слово «молния», обозначающее природное явление, стали употреблять раньше, а «молния-застежка» появилась в 1851 году. Отгадайте загадку. Падают с ветки золотые монетки. Правильно, листья. Составьте словосочетание, используя иллюстрации с прямым и переносным значением слова «листья». Посмотрите на первую иллюстрацию. Листья какие? Посмотрите на вторую иллюстрацию. Листья какие? Составьте словосочетание. Хорошо, ребята, молодцы! Следующее задание. Из каждой пары предложений выпиши существительное с глаголом, соответствующий в столбик. В первый столбик выписываем в прямом значении, во второй столбик выписываем в переносном значении. Первая пара предложений. Ветер в трубе воет и свистит, собака воет. Вторая пара предложений. Усталый день склонился к ночи. Усталый мальчик склонился головой к материнскому плечу. Третья пара предложений. Пришел с работы папа. Наконец-то пришел долгожданный день отъезда. Четвертая пара предложений. Хозяйка согрела воды. Веселая песня согрела нас в пути. Пятая пара предложений. Капли дождя прыгают по крыше. Девочки прыгают на скакалке. Проверьте себя. Прямое значение. Собака воет. Переносное значение. Ветер воет. Прямое значение. Мальчик склонился. Переносное значение. День склонился. Прямое значение. Пришел папа. Переносное значение. Пришел день. Прямое значение. Хозяйка согрела. Переносное значение. Песня согрела. Прямое значение. Девочки прыгают. Переносное значение. Капли прыгают. Домашнее задание. Определите, опираясь на толковый словарь, сколько значений имеет слово «бокс». Запиши 2-3 предложения, в которых слово «бокс» употреблялось в разных значениях. На уроке вы узнали, что... Закончите фразу. Лексическое значение слова может быть... Основное значение многозначного слова всегда... Проверьте себя. Лексическое значение слов может быть прямым или переносным.
Основное значение многозначного слова всегда прямое. На этом наш урок закончен. До свидания!